Казахстанские автоперевозчики смогут поставлять грузы в страны Южной Европы через Сербию самостоятельно. Ратификацию соглашения об автомобильном сообщении между странами одобрил Мажилис. Благодаря принятию документа казахстанские перевозчики смогут получать разрешение на транзит грузов сроком на 5 лет. При этом их освободят от уплаты сборов за проезд по автодорогам Сербской Республики. Министр подчеркнул, что объем автоперевозок между Казахстаном и зарубежными странами ежегодно растет на 5-6%. В планах ведомства добиться того, чтобы 50% импортных и экспортных перевозок осуществляли казахстанские перевозчики. Теперь транзит через Сербию нам дает возможность сегодня, например, с теми странами, которые находятся южнее, за Сербией, уже возить эти грузы своими перевозчиками. Не имея транзит, мы пользуемся услугами перевозчиками Греции, Хорватии, Болгарии и третьих стран. Поэтому для нас это принципиально важное соглашение.